На четвертом месте Диана Пушилина. На пятом месте Екатерина Сидорова. На шестом месте Ксения Елисеева. Спасибо. Призом за участие награждается Евгения Беляева. Спасибо. 2007 год рождения, категория «Б». Победительницей стала Таисия Сазонова, «Озёры». Второе место разделили Карина Заводцева, «Рязань», Мария Дрондина, «Москва» и Милана Кирьянова, «Донец». На третьем месте Елизавета Плотникова, «Волгоград». Четвертое место разделили Диана Михайлова и Анастасия Маркосян. На пятом месте Муцоева Амира и Саникидзе Мария. На шестом месте Варвара Земскова. Спасибо. Призами за участие награждается Мормаль Александра, Погосян Нарине, Моисеева Ксения, Дегтярева Кристина, Чинюк Алена и Щербакова Карина. Спасибо. 2006 год рождения, категория «Б». На первом месте Игнатова Анна Рязань и Игнатова Дарья Озёры. На втором месте Ипатьева Полина, Москва. На третьем месте Фаина Алиева, Москва, Дарья Сивагина, Рязань и Александра Шаталова, Москва. На четвертом месте Виктория Ухарская. На пятом месте Анастасия Морозова. На шестом месте София Герций.
Спасибо. Призами за участие награждается Мартышева Айна, Захаренкова Алина, Горковенко Елена и Горшкова Алена. Спасибо. 2006 год рождения, категория С. На первом месте Ульяна Романова, Москва. На втором месте Устина Коваленко, Москва. На третьем месте Ева Алексеева, Орехово-Зуево. На четвертом месте Дарья Большакова. На пятом месте Майя Лежнина. Шестое место разделили Вероника Зауэр и Диана Алиева. Спасибо. 2005 год рождения, категория Б. На первом месте Виктория Артеменко, Орехово-Зуево. На втором месте Дарья Афанасьева, Москва, и Анна Баранник, Москва. На третьем месте Мария Бондаренко, Москва. На четвертом месте Мария Ганина. На пятом месте Алина Казанцева. На шестом месте Евгения Манзюк. Спасибо. Призами за участие награждается Ильева Екатерина, Ивлева Анастасия и Ганина Ариадна. Спасибо. 2004 год рождения, категория Б. На первом месте Александра Мараяна, Москва. На втором месте Мария Черепанова, Долгопрудная, и Валерия Колгушкина, Люберцы. На третьем месте Прудникова Ирина, Долгопрудная, и Анастасия Санькова, Рязань. Спасибо. Групповые упражнения. Возрастная категория 2010-2011 годов рождения. На первом месте команда «Брусники», город Коломна. На втором месте команда «Белиссимо», Химки. На третьем месте команда «Искры», Коломна. На четвертом месте команда «Милашки», Тула. Thank you.
Спасибо. Возрастной категории 2011-2012 годов рождения на первом месте команда «Карамельки» Рязань. Спасибо. Возрастной категории 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Сказка». Спасибо. Возрастная категория 2008-2009. На первом месте команда «Березки» Коломна. На втором месте команда «Антея» Рязань. На третьем месте команда «Восток» Тула.
Спасибо. Специальными призами награждаются Манзюк Евгения, Илиева Екатерина, Ганина Ариадна, Черепанова Мария и Колгушкина Валерия. Спасибо. За старания награждается Маркосян Анастасия, Муцоева Амира, Чинюк Алена, Ухарская Виктория, Захаренкова Алина, Зауэр Вероника и Лежнина Майя. Спасибо. Также мы хотим отметить одних из самых талантливых гимнасток. Это Дьякову Дарью, Беляеву Евгению, Мараяну Александру и Ипатьеву Полину. Спасибо. Приз от главного судьи соревнования получает Малашевич Анна. Мисс турнира становится Ипатьева Полина. На этом первая часть второго дня наших соревнований завершена. Парад направо, на выход шагом марш.